Всадники апокалипсиса, мы рады приветствовать вас на еженедельном кроссаут-шоу. Оставляя искрометный комментарий, обязательно сразу указывайте свой игровой никнейм с учетом регистра, чтобы мы могли найти вас и зачислить награду. В этом выпуске тренд конструкторской моды. Спидран. Попал наугад. Возвращение легенды. В последнее время среди конструкций, которые мы видим, наблюдается одна общая тенденция. Это боковое расположение оружия. Серьезно, игроки начали массово устанавливать на тачки стволы и прочие штуки по бортам. Вот и Биг Дэдди не отстает от трендов. На его машине сбоку прикручены два бочкомета. Так что наш герой может наворачивать круги вокруг врагов и при этом заливать их горящим напалмом. Посмотрим, долго ли продержится такая мода. А пока переведем награду Big Day. Спидран – это быстрое прохождение какой-нибудь игры или уровня. Ребята из команды Натара Новикова заспидранили клановый бой, уничтожив всех четверых оппонентов всего за 30 секунд. Потрясающая слаженность действий и организованность боя. Заслуженная победа в кроссаут-шоу. И, конечно, заслуженные золотые монеты. Уверены, вы не меньше нашего соскучились по старым добрым выстрелам через всю карту. Вот Артмех порадовал нас новым роликом, в котором он делает выстрел в сторону вражеской базы и прямым попаданием уничтожает одного из игроков красной команды. Стрельба наугад иногда приносит плоды. И неплохие, знаете ли, 1000 голды – это солидно. Давным-давно, когда в кроссаут только вели пушки Мандрагора, ее счастливые обладатели просто обожали находить способы стрелять из нее прямой наводкой. Франко Бераменди решил возродить эту славную традицию и покататься по постапокалиптическим полям сражений на арт-установке перевертыша. И будем честны, получается у него отлично. Многие игроки уже забыли, что к лежащим на боку мандрагорам надо подходить с огромной осторожностью. А не то они могут на вас неплохо обогатиться. Где-то на 1000 голды. А теперь пора выбрать лучший комментарий к прошлому выпуску. Клок Кометы сказал: «Вот что значит переворот событий».